Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей, центральный урок у Муник, здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте, кстати, вводить Муник при регистрации. Итак, чуваки, извиняюсь, я буду разговариваться, потому что, как вы видите, вот по времени, что сейчас почти 4 часа утра у меня, поэтому, ну, такое себе, да. Я, короче, купил бизнес, как вы поняли, купил я его, получается, за 3,7. Ну, сейчас я вам его покажу, он находится очень рядом, возле моего дома, можно сказать. На вертолете, думаю, будет самое оптимальное долететь до него. Этот бизнес, это столовая, пацаны, да, это столовая в Бусаево, так сказать. Новая Рублевка, как ее называют, хотя почему новая, я не знаю. Потому что, по-моему, эта Рублевка уже довольно-таки много, давно уже и так далее. Ну, короче, вы поняли. Вот. Здесь у нас мой бизнес находится, это бизнес закусочная. Купил я его за 3,7 миллиона, ВОСК у него 2 миллиона, да. Я поспешил, конечно же, мне предлагали там в Бусаево 24/7, ну блин, ну такое себе, да. Точнее не в Бусаево, а в Эдово. Извиняюсь, если завариваюсь, пацаны, реально башка уже что-то не варит. Но я решил видос записать. Сейчас вы увидите видос, как я покупал этот бизнес. Купил я его у чувака, короче, за 2,7, как вы поняли. Ой, за 3,7. 3. Да, за 3,7 получается, у меня было 7 миллионов. За 3,7 я его купил. Да, это закусочная, в Бусаево, возле Рублевки. Я не знаю, блин, финка здесь, конечно, полная дерьмище. На самом деле, давайте я вам покажу без инфо. Ну, не знаю, блин, сейчас. Прибыль за 4 часа 760 рублей. Банк бизнеса 55 тысяч, короче, продукты, налог к оплате 12 тысяч. Блин, конечно, оплата за него это полная жесть на самом деле. Давайте я вам финку покажу. Дополнительно закрыть, назначить заместителя, статистика за неделю. Ну такое себе, знаете, такое вообще. Да, вообще финки практически нету. Не знаю, блин, пусть будет уже, пусть будет, потому что, блин, ну, хоть какой-то бизнес, пусть будет. Да, галимый, да, блин, от него толку ноль, ну, я буду сам там хавать, в принципе, ну, возможно, да, тоже с новой Рублевки буду там питаться, так сказать. Я думаю, не знаю, 24/7 я не хотел брать, потому что у меня было, и что-то мне не очень понравилось, а вот закусочная, в принципе, у меня была закусочная возле банка Южного, блин, там финка была на самом деле очень хорошая. Просрал я его, потому что за него не платил. Так само могу это тоже бизнес просрать на самом деле. Да, кстати, здесь вот стоит бизнес по ГОСТу, это магазин садоводства. Я мог его купить, но, бля, толку, если, понимаете, здесь никто на Рублевке, ну, никакого огорода нету. Есть огород только в Корякино. Я не уверен, что он бы нес хоть какую-то нормальную прибыль. Я бы так потратил 6 миллионов, и было бы пиздец. Кстати, его закрыл бизнес кто-то, либо когда бизнес по ГОСУ нельзя, типа, я так понимаю, зайти в него. Ну да ладно. Ну да, только в Корякино есть огороды, но, блин, стоило бы его покупать. Да, он по ГОСУ там стоит. Я по-любому не смог бы его перепродать, во-первых. Хотя, может, и мог бы. Я не знаю, я тут просто по бизнесам не шарю. Да и особо на родине не шарю, я знаю, где что, когда там, но по ценам именно по домам там, по бизнесам, по машинам я особо не шарю, поэтому можете, кто там шарит, написать в комментариях, если бы я купил этот бизнес садоводства, был бы от него толк или нет. И насчет моего бизнеса столовая, точнее закусочная, тоже напишите, кто шарит там, короче. 3,7, мне кажется, это дорого за него было, я
хотел вообще за 3 его купить, но чувак типа или 3,7. Я такой, окей, хорошо, и все, купил его, короче, что делать, блин. Потому что я задонатил, кстати, кто не помнит, 600 рублей получится, да, я задонил. И вот, у меня было 7 лямов, у меня еще 3 ляма осталось, короче, ну, бабки имеются, так сказать. Поэтому все заебись. Давайте сейчас залетим в банк, оплатим быстренько мой бизнес и мой дом, дабы они не слетели оба. А то будет на самом деле очень печально. Дом на Рублевке я не хочу прозевать. Вообще никак не хочу. Бизнес-то ладно, блин, там хоть мне угоска, по-моему, вернется. Но дом просрать вообще как-то не хочется, знаете. Вообще не хочется. Так, давайте заплатим. Так, оплатить налог на транспорт, на Маврик оплатим все, короче. Так, оплатить налог на дом. Ого, накапало, кстати, неплохо так. Налог за бизнес тоже оплатим. Слабо, что у меня халявщик есть, блин. Ну, не знаю, возможно, я этот бизнес потом в дальнейшем продам. Но пусть пока будет, блин. Я постараюсь его не проебать, так сказать. Потому что, блин, я... Что-то у меня проблемы с тем, что... У меня бизнесы слетают постоянно. Да, у меня с этим проблема. И то, что дома тоже слетают, у меня тоже с этим проблема. Но за этим домом я слежу. Потому что мне его подарил подписчик и... Будет очень даже неприятно, если он слетит. Мне будет очень неудобно перед подписчиком, так сказать, перед Денис Рева. Поэтому вот такие вот дела. Давайте, наверное, слетаем на ферму, возможно, там кто-то работает, и насыпем чуть-чуть денежек, так сказать. Посмотрим, кто у нас там трудяга такой есть. Тем мы дадим бабосиков там по 1000 хотя бы. Ну, по 1020 хотя бы дадим. Я думаю, будет довольно-таки приятно. Так, скорее всего, на ферме, блин, никого нету, да? Вообще, да, никого нету. А подработки я больше такие не помню вообще. Давайте посмотрим, возможно, здесь хоть кто-нибудь да есть. Так, просит деньги. Ну, давайте дадим ей денег. Почему бы и нет? Я думаю, она, в принципе, будет довольна, если когда потом выйдет с АФК. Давайте дадим 50 тысяч. Я думаю, ей не будет это лишним. Хотя, наверное, это транс, в принципе. Мобель Пайнс. Ну, такое. Ну, видите, да, здесь никого из студиях нету. Ну, хотя бы она здесь сидит, деньги просит. Ну, что, мне, в принципе, не жалко. Я готов помогать. Так, ферма. Ну да, здесь никого нету. И, блин, я не помню, какие еще подработки же есть. Честно, даже в голову не лезет ничего. Какие есть еще подработки. Только вот эта мадам нам попалась сегодня, и все. Как бы, поэтому я не знаю, что делать. Ну, давайте GPS еще пропишем. Работы для новичков. Грузчики, завод, ферма. Один у нас грузчики, кстати, разводчик пиццы, южного разводчик. Давайте, я не знаю, грузчики посмотрим. Возможно... На грузчиках кто-то есть. Ну, навряд ли. Но... Может, если кто-то есть, то ему перепадет немного денег. Но на грузчиках никого нету, как вы можете заметить. Поэтому давайте еще на завод слетаем. Если там никого не будет, то я хз. Может, на спам слетаем. Ну, скорее всего, здесь тоже никого нету. Абсолютно никого нету. Ну, блин, хотелось бы, на самом деле, дать денег тому, кто работает, а не тот, кто просто... Бегает, страдает херней и надеется, что ему что-то перепадет. Ну давайте все равно на спам слетаем, посмотрим, что там у нас происходит. Возможно, кто-то достойный найдется, кому мы сможем дать денежек. Я думаю, может, там есть такие. Хотя, скорее всего, там одни попрошайки сейчас сидят. Ну, посмотрим. Че, ничего страшного. Так, приземляемся. Так, давайте я закрою. Ну, скорее всего, здесь вообще никого нету, да. Одни попрошайки. Ну, такое. Давайте что, дадим каждому по 10 тысяч, я думаю. Вот так просто. На эти 10 тысяч. Дадим им по 10 тысяч немножко так. А я вот что-то ник не вижу. Ну, ладно, значит, их пролете, дружище. Так, эти просто АФК стоят. Давайте 155-му дадим 10 тысяч, в принципе. Какой-то Гарик Горбатти у нас сидит.
Ну да, тут только попрошайки сидят, в принципе. Давайте 174-му дадим 10 тысяч еще. Я думаю, в принципе, они не будут против. Скорее всего, да? Так, 235. Ну что, надо помогать, пацаны, да? Они просто сидят. Ну тоже комп поставить, чтобы твой персонаж сидел. Тоже это труд, ебать. Давайте 4-му еще дадим денег. Где я ему давал? Нет, по-моему, не давал. Нет, вот, все, дадим ему тоже 4000, в принципе. Точнее, 10 тысяч. Ну и того мы раздали сегодня немножко денежек, так сказать, рыжикам, нуждающимся. Ну, а если они просят деньги, почему бы, в принципе, им и не помочь? Ну что ж, на этом мы будем заканчивать, чуваки. Купил я бизнес, как вы могли увидеть, в принципе, я вам показал. Кто хочет, можете приезжать там кушать. Я вас не заставляю, в принципе, это ваше решение. Закончим мы на таком красивом месте, как гора города Южный. В принципе, тут такая беседочка есть. Можно покушать, и стоит вертолет. Довольно-таки прикольная атмосферка, да? Помогли немножко рыжикам, раздали там тысяч, наверное, 150, наверное. Ну, бабе я накинул больше, потому что она хотя бы на работе просит деньги. Это довольно-таки, думаю, справедливее будет. Ну, это у меня все. Не забывайте видеть мои регистрации, и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.